Журналист Василий Уткин сообщил данные об автомобиле, который подарили нападающему Краснодара Ивану Игнатьеву. Напомним, что форвард был переведен в дублирующий состав из-за отказа подписывать новый контракт. 20-летнего футболиста Ивана Игнатьева до сих пор официально никто не представляет. Известно, что от нового агента он получил бонус в несколько миллионов рублей и автомобиль. Агент неназванный, но всем известно, что это Агузаров. Игнатьев отрицает, что получил бонус и автомобиль. Насчет бонуса не знаю, а вот автомобиль. Игнатьев Иван Александрович, родившийся в Ачинске 6 января 1999 года, 1 марта 2019 года поставил на учет в ГАИ BMW 320. Гасномера, впрочем, это лишнее, но все легко проверяется. 20-летний парень может не знать, как легко можно проверить, зарегистрирована ли машина в ГАИ, а вот те люди, которые пудрят ему мозги, конечно же, это знают. Зачем мальчик врет? Потому что ему сказали врать. Потому что люди боятся выйти на авансцену. Потому что под ними горит земля, а на них горит шапка. Один из самых талантливых футболистов России занимается непонятно чем. А мог бы прогрессировать. Краснодар ждал, что Игнатьев будет играть, а вместо этого он вступил в войну с клубом. Люди, которые спровоцировали его на это, спрятались и сидят под кустами. «Выползайте, ребята», — рассказал Уткин в своем YouTube-канале.